Зампред Кабмина Эдиль Байсалов принял участие в работе 9-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Байсалов отметил, что участники обсуждают тему, которая приобретает все большее значение в современном мире – культурный суверенитет. В эпоху глобализации информационных технологий культурное пространство каждой страны сталкивается с беспрецедентными вызовами. Замглавы Кабмина отметил, что война культур не является новым явлением, однако сегодня она приобрела новые формы. Кыргызстан с его богатым и уникальным культурным наследием всегда выступал за сохранение и развитие своей культуры и идентичности. Мы уважаем культурное разнообразие и стремимся к диалогу культур, но при этом решительно выступаем против исключения и забвения уникальных культурных традиций. Культурный суверенитет – это не только право, но и ответственность каждой нации. Сохранение культурного наследия и развитие культурной самобытности – это ключ к устойчивому развитию и миру, сказал Байсалов.